Ну что, 74 М, как и обещал. Опять скажут, как ты его увидел. С читами опять играешь беспалевными. Из-за таких, как ты, ушел из Старкова. Блин, а где твой товарищ-то, слушай, да? Бросил тебя, что ли? Бери, тут лежит подарочек. Жалко, не я его забрал. Но нам тоже пригодится этот жетончик.
У меня уже магазин это все меньше половины заряжено. Побудем немножко киберспортсменом, зарядим магазины, посидим в кустах. Эд! Да ладно. Еще двоих, кого я не собрал жетоны. Ну это, наверное, со стройки. А вот второй... Хрен его знает. Жесть, это получается... У меня было 6 жетонов, еще 2 жетона я не собрал. То есть 8 человек. Окей. Эта часть видео для тех, кто недавно подписался на канал или пришел по видео Старкову и думает, что он играл в такую хардкорную игру, в этот Тапков. Я хочу вам представить плейлист, где более 250 видео по серьезным играм на Army 3. Карты там, в отличие от Тапкова, размером от 15 до 30 квадратных километров. Играет там народу в раз больше 200 человек. Техника, авиация... Арта, минометы, снайпера, которые, между прочим, учитывают ветер и разницу высот, давление воздуха и прочее. Медицина тут с Тапковым не сравнится ни в коем роде. Тут нельзя нажимать на цифру и залечить себя быстренько солевой, когда тебя ранили. Или еще мне нравится, когда ты стреляешь, в этот момент ты можешь себя лечить. Видимо, третьей рукой или еще чем-то, я не знаю. Да, и кстати, я говорил, там одна жизнь. Там раз в неделю проходят 4 игры. И на каждую у вас по одной жизни. То есть вас убили, вы не можете снова собраться и пойти в рейд, как в Тарко. Миссия в среднем длится где-то 2 часа. Ты можешь либо участвовать там в самом пылу сражения, либо наоборот, просидеть где-то в кусту, никого не увидев, а потом где-то разорвется в пару сотнях метрах снаряд и тебя убьет осколком. То есть все бывает по-разному. Через это я настоятельно советую любителям хардкора посмотреть данный плейлист. 250 видео отборного материала. Вдруг понравится. Вдруг вы поймете, что Тапков не самая хардкорная игра, которую вы видели. Тогда вопросы, как ты увидел его в кустах, исчезнут сами собой. Спасибо за внимание. Увидимся.